пришла роза, заказанная на сайте Розина. Одну розу я у них заказала, потому что нигде ее не было в наличии, только у них она была. Эта роза называется Нотергерское аббатство. Сейчас буду распечатывать и посмотрим, какой саженец там внутри. Я никогда не заказывала ранее на этом сайте, это впервые. Сейчас распечатаю и покажу вам. Так, вот разворачиваем. Семечки не пожалели. В опилочках она. Так, нет, одной рукой нет. Ну и вот. Смотрите, вот какие корешки у нее. Такие вот веточки, побеги. Издали покажу, смотрите, какой красивый корень. Ну, как бы я сравниваю с цветсадом, какие там были корешки и какие здесь. Так что я довольна, без всяких там забабонов. Минимальный заказ там оговаривается, сумма 500, 300, еще какая-то. Здесь, пожалуйста, одна розочка. Человек не поленился и прислал ее. Так что большое спасибо. Зинаида Анатольевна, да, вот жук Зинаида Анатольевна. Большое вам спасибо за саженец. Надеюсь, что розочка приживется и она мне будет радовать не один год. Ну вот, на этом заканчиваю. Один саженец. И все же очень приятно. Аппетиты мои становится меньше. Это радует. Пока-пока.